У меня 3 подписчика, ну не забывайте подписаться на мой канал. Потому что я снимаю Geometry Dash, там всякие таймлэпсы, ну GameCube, Minecraft, Minion Russian. Дальше что, Angry Birds. Ну дальше что у нас? Ну различные эффекты. Ну дальше Trial Extreme 3, конечно же, и реальности. Ну, в Пионере, если будет гонка, которая действительно... И на расширяйте. Ссылка в описании. И привет! Нет, ну я буду продолжать делать. Подождите, извините, что я испортила, что камеры я... Я камеру не поменял. Извините. О боже! Я с первой попытки прошел. Я уж быть 15 раз. Ну и через два. Я понял. А теперь грязные шестеренки. Вов. Ага, 77%. Ага. Да. Ха! Вот включаются карты, глазки, глазки. Посмотрим, что. Ага. А тут сень будет. Грёбаный сень. Глазковор, ви. Эрда. Way of Ad Never. 94,25 из 10. Это посмотрим. 4,80. 45,60. 7,55. Ага. На платформе не убил меня. Панаис. Бум! Так. Так, понятно. Бум, 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 со! Да, окей. Мне еще такой челлендж напоминали Трейди Мани. Что она означает? Этот. Ну, сейчас и бит будет. Так что... О, я отпустил, откуда? Вау! Почему? Хитруфо. Так, воу-воу-воу-воу! О, 34 есть! Чё, он слышит? Это какой-то бриз! Да, бриз! Хак! Это трудно! Может, медью пробовать надо? Ага! Ага, это тоже трудно!
я медиум выбрал. Самый трудный. Вот. Это типа сложнее. Вау. О, да. Зашибись. Ах ты. О, тут батут был. Ну еще какой-то страноводный чейн дабл. Фу. Один. Фу. Ого. Нас гибель ждет на этом челлендже. Это типа геометрикал доминатор. Да. А тут уже теперь не геометрикал доминатор. Я в принципе есть такой. Я тебе. Ого. 763 попытки. 763 объектов типа. О да. А теперь идет нас хардовая, которая нас сложна. Опять уже действительно на этом принципе 166 попыток. Практики 156, наверное, было. Ну я подойду к сомне две бонусы. Инфертейл. Первый бонус, который мы про фейла был шайба 66. Сейчас посмотрим. Ого! В принципе. Это нет, кстати, будет у нас 5. Это второй бонусный декодинг. Это на четвертом месте было. Часы пикнут. Вау. Это, в принципе, фейловое место здесь. Вуф. Часы пик на 96. А теперь... Да! 30 прошел! А теперь третий бонусный. Это, по-моему, The Difficulty. На чего давайте эти корни? Я там нас... Нас... Упёрствую. Да, все первое. Погнали. Если взять вот эти вот все 5 вещей, impossible. Просто impossible. И, извините, у меня к черту вылетел Geometry Dash. Ну, это мне... Пойду лучше сначала посмотрим Very Hard. Ну смотрите дальше это видео, которое я снял на этот уровень. Воу! Вау! Чё? Мне смс-ки надо присылать.
Ага. Ах, еще раз. Воу. Харт. Level 4. Ну. Давай. Медиум посмотрим. Воу. Просто вылетим. Ага, класс. Я прошел. Изи посмотрим. Второй левел. И пятак. Если у меня жесть получился. У меня 536. Есть хп. Ага. Вообще-то вылетит мой. Вылетит на джаву придет. Все. Сейчас уже теперь посмотрим в оренде. Как это сделать? Да, хорошо. Ну, у меня, в принципе, еще забамбовал. Зачем я не... Там уже плохой прыжок был на этих... Ну, почему я прыгнул через эти жертвы прыжки? Это помню. И, кстати, я прошел. Ну, в принципе, у нас есть лайк-кредитор. Почему я неправильно снимал опять? Я уж три раза могу неправильно заснять. Это жесть. Ага, жесть, в принципе. Сейчас будет опять. Это... Сейчас будет... Занавеска. Да! Ура! Я прошел! Слава Богу! Это 54,5. И, кстати, у нас 47 копеек, это отличная идея. Сейчас левел. Давайте еще один. Мы сейчас левел. Это окончательный левел. Который действительно вов. Сейчас будет блок эпик. Ага. Ура! Не буду заканчивать, конечно же. Вот у меня мой последний левел. Но он пустой! Мы тут потут в конце. Как? Это так же. Ну ладно. Всем удачи!